Це Настя. Їй 10 місяців. Свої перші кроки вона робить на малій сцені будинку актора. Мама Насті – Леся, вона актриса. Тато Насті – Тимофій. Він режисер. Разом вони – театр «Варіант». У репертуарі цього театру поки одна вистава. І перші кроки театру у професію зроблені. Тимофій Банюков у 19 вступив на режисерський факультет Університету мистецтв. А до того хлопець, що ріс під Богодуховим, вчиться в училищі культури і у 15 років вперше потрапляє до театру. Відразу на виставу Андрія Жолдака «Гамлет. Сни». На этом спектакле, я помню, сидели бабушки, сидела, пришла рота солдат, пришли дети. Вот, и все аплодировали стоя и реагировали с восторгом. И я тогда понял для себя, что ну, спектакль, если делаешь, если он действительно ну, вот, стоящий, то вообще не важно, какая аудитория. Любая его будет воспринимать. Там у него есть сцена «Гамлет и Офелия». Она там такая полулежит, а он стоит, и у нее палка и чучело совы. И вот так вот они стоят 12 минут в полной тишине. И затем. И зал просто взрывается. Невозможно отвести глаз. Такая красота. И вот что там? Это такая жуткая магия. Це вже зараз Тимофій Бінюков пише магістерську роботу про шекспірівську трагедію. А тоді, дивлячись «Гамлета» Жолдака, він зрозумів, що має стати режисером. Але чомусь по закінченню училища вступає на факультет мікро- та нанотехнологій до політехнічного. Я очень дико хотел только одного и занимался всем, чем угодно, кроме этого. Я поработал на стройках, на автомойках, я облазил все маргинальные районы Харькова, кого я только там не встречал. Вот. И не приходил толком в театральный мир. Керівник курсу, відомий режисер Ігор Борис, дає студентам нелегкі завдання. Вже на другому курсі Бінюков за 20 хвилин сценічного часу розказує усю гомерівську «Одисею». Для дипломної вистави Тимофій Бінюков обирає моноп'єсу «Мауно» молодого естонського драматурга і режисера Андруса Ківіряхка. Головний герой – чоловік із психічними вадами, що відверто розказує про своє життя. Актори-хлопці відмовляють молодому режисеру через брак часу. І тоді він пропонує цю роль Лесі Чухрій. Говорит, на, читай. Вообще, комедия супер, вообще классная, очень смешная вещь. Я прочла. Закончила я читать со слезами, с ужасом, со страхом, потому что я очень не люблю жестокие всякие штуки. И все очень открыто, обнажено какие-то. Ну, для меня это показалось очень жестко. И я сказала, что я не хочу в этом работать. Я думал, что будет дико смешная штука. Ну, она довольно смешно прописана. Вот. Но потом так получилось, что мы с Лесей начали делать. И все ушло из какой-то юмористической там клоунады такой в сторону стало более трогательно, более искренне. Хочешь яблочко? Тише. А ты хочешь яблочко? Держи, держи. Мы люди бедные, должны помогать друг другу. Мауно увесь свій час проводить біля вікна. Він читає буквар і розповідає про себе, бабусю, як вчився 8 років у першому класі. Про те, як залишився у цьому світі зовсім один. Моя важка заболела на кухні. Жарила картошку, і вдруг як упаде. Я спочатку не зрозумів. Говорю, бабушка, картошка. А потім побіжав в село і кричу, помогите, помогите. Прибежали на помощь люди, і бабушку положили в больницу. Я ее там навещала. Ну, по правде, я поначалу боялась туда соваться. Я жутко врачей боюсь. Один доктор в школе мне сделал укол. Задница так болела. Но я очень хотел увидеть бабушку. Я, скрипя сердце, пошел. Думал, да пусть меня колют, если хотят. А я хочу увидеть свою бабушку. Но никто меня не колол. Бабушке уколы делали. Она даже глазом не моргнула. Взяла и умерла. Мне как-то стало грустно одному. Ну, я не люблю быть один.
Там нет вообще добра и зла, нет никаких позитивных или негативных персонажей. Главный герой, он не сентиментальный, потому что он кажется довольно мягким и простоватым поначалу. Потом ты понимаешь, что он осознает и даже участвует в очень злых вещах. Он делает зло. Причем это прекрасно осознает. Но тут же себя прощает и прощает других. Это вообще какие-то там можно христианские мотивы поймать. За дипломну виставу Тимофій Бінюков отримує задовільно. Але вони вірять у свій спектакль. Відчувають, що говорять відверто про важливі речі. І короткі відео своєї роботи відсилають у оргкомітети різних театральних фестивалів. Відповідь приходить із Шотландії. Один із впливових європейських форумів Aberdeen International Youth Festival запрошує українських митців. Організатори беруть на себе усі фінансові питання і ставлять лише одну вимогу – зіграти виставу англійською. Молода актриса Леся Чохрій народилася у Миколаєві. Виросла за лаштунками, бо мама Тетяна Чохрій – головний художник українського театру. Театр був завжди частиною життя дівчинки. Мені, звісно, хотілося стать патологоанатомом. Я мечтала, мне было очень интересно, до сих пор мне нравится смотреть вообще, и, ну, нравится мне знать, что там внутри у нас. Справжній театр – мистецтво препарування душі, своєї у першу чергу. Лесі Чухрій закінчує університет, народжує дитину і наважується зіграти 90 хвилин виставу англійською, якої майже не знає. І все це водночас. 8000 англійських слів треба було вивчити у проміжках між університетськими екзаменами, гуляннями і годуваннями. Было по-разному. И когда я вот так вот сижу, ее там укачиваю, учу текст, потому что уже вот, уже время. И было легко, когда она спала. И это безумно интересно, на самом деле. И испытать, а что я могу еще? А смогу ли я? И поддеть себя, и сказать, да, смогла. That's great! No! I can say, Felicit, near the window, won't blow. If you wind blow, you can get sick. If you're sick, you can die. It's like my granny. She was good. In the primer, it's so beautiful written. At night, the forest is dark. But not everyone is asleep. All looking for mice and hood. Мне было ужасно страшно, потому что у меня много сцен, когда я обращаюсь к зрителю, когда я что-то спрашиваю, что-то говорю. И я думаю, боже мой, я смогу это? А что они мне ответят? Как я вообще смогу среагировать? А, все равно, конечно, страх был. И я начала, я понимала, что я там иногда говорю ерунду, просто что-то упускаю, говорю не совсем в том времени. Но я уже ничего не могла исправить. И... В принципі, люди розуміли, люди реагували. Представляти Україну на міжнародному фестивалі відповідально та почесно. На 45-й молодіжний фест було запрошено 20 відібраних журі театральних та музичних колективів з усіх континентів. Шотландія. Дуже понравилось. Це Україна, тільки там постійно хмарно. Але люди совершенно інші. Вот, підход. Друг другу. Уважение чувствуется сразу же. Вот. Просто за то, что ты человек. Ни разу я не увидел, не услышал ни одного ругательного слова за там, сколько мы были. Ни разу никто нас не толкнул где-то в толпе и не сказал «извините» или наступил на ногу. Вот. Все через улыбку. Самое частое слово, которое мы там слышали, это было «окей». Леся Чухрій та Тимофій Бінюков представляють Україну достойно. І виставу просять зіграти ще раз. Це особлива честь і ще один стрес для акторки. Он, гляди, спортсмен появился. Сейчас отправится на тренировку, забросит сумку в машину и едет. А в сумке у него ракетки. Ими в бадминтон играют. Такие же ракетки были у соседки Лейны. Он все время ими в бадминтон играл с друзьями. А мне даже притронуться не давал. Говорил, они очень хрупкие, ты сломаешь.
А мне нравилось смотреть, как другие играют. Там такой замечательный звук, когда струны, когда валан о струны ударяется. Все. Пин. Да пин. Да пин. Только Эйна не нравилось, что я смотрю. Ему вообще не нравилось все, что я делаю. Такой вот мерзкий тип. Но он не такой уж умственно отсталый, он просто нереально искренний. Он говорит то, что хочет, он думает какими-то такими категориями, которые мы просто забываем, и мы загораживаем себя, мы же взрослые. Тандем Леся Тимофій – це відвертий монолог нового Фореста Гампа. Щира робота молодих, що тільки входять в професію. Виставу Мауно нового проєктного театру «Варіант» відтепер можна подивитись у Харкові.